Всем привет! Мы продолжаем серию видео о том, сколько можно купить того или иного продукта на минимальную зарплату в России и в Турции. В Турции минимальная зарплата, исходя из данных интернета, составляет 4253 турецкие лиры, или же 25500 рублей. В России минимальная зарплата, исходя из данных интернета, составляет 13890 рублей. Под одним из наших прошлых видео вы нас просили сравнить, сколько можно приобрести батона на минимальную зарплату в России и в Турции. В России один батон весом 400 грамм стоит 36 рублей. На минимальную зарплату в России можно приобрести 386 штук батонов общей массой 154 килограмма. В Турции самый ходовой батон весит 200 грамм, стоит 3 лиры или же 18 рублей. Для удобства сравнения с российским мы возьмем 2 турецких батонов к 1 российскому, чтобы было по 400 грамм. То есть в Турции батон будет стоить 36 рублей за 400 грамм. Итак, самое интересное будет дальше. На минимальную зарплату в Турции, а именно 25500 рублей, можно приобрести 708 батонов общей массой 283 килограмма. Проведя несложный расчет, можно выяснить, что в России и в Турции 400 грамм хлеба стоит одинаково, но на минимальную зарплату в Турции можно приобрести на 322 батона больше, а это, между прочим, 129 килограмм. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. Также вы можете в комментариях предложить свою тему для будущего сравнения. Мы обязательно прочтем, соберем данные и сделаем сравнение. А следующее сравнение у нас будет про картофель. Ну а на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч!